И начинаю четвертую часть моего видео. Мой четвертый цветник от забора. Ну, пока здесь так, не очень. Здесь хост у меня цветут. Вьющаяся роза. Здесь у меня хризантем. Много. Надеюсь, осенью будет красиво. Ну, как много? 4 куста. Гортензия метельчатая. Вот, зацветет. И вот кустики мои. Красавицы. То молоденькие, а это уже как бы давнишние кустики. Посмотрите, какая красота здесь. Очень красиво. Они многолетники, но они засеиваются сами по себе. Их у меня в саду уже так много. Вот такое голубое пятнышко. Гибискусы травянистые. Гортензия. Лилии уже отцветают на этой клумбе. Эта клумба мне более-менее нравится уже. Она как бы почти что готовая. Ну, еще кое-какие многолетники я сюда подсажу. Ну, она молодая. Все почти в этом году только было посажено. Здесь у меня 4 куста или 5 посаженных пион. Когда разрастется... Лилии, гортензии. Будет красиво. И розочки. Ну, можно еще много. Клематисы тоже. Вот будет цвести клематисы. 3 одинаковых куста, и все 3 в разное время цвели. Розочки, 2 вьющиеся здесь у меня, папоротники, и вот посмотрите, моя гортензия, такая же самая, как та розовая. Та розовая вначале тоже была в прошлом году здесь посажена, потом я ее пересадила, сейчас жалею. Ну, посмотрите, сколько много бутонов. И она уже, ну, тоже уже в середине июня начала цвести. И вот бутоны, бутоны. Вот эта такая большая шапка. Много. Ну что ж, до встречи на моем балконе. Следующий обзор. Мой балкон будет. И мои комнатные растения. Здесь тоже у меня цинерария.